Так, первый день вышли. Какая у меня тут мысль родилась? Без чего стройка вообще не бывает. Тут неважно, по электрике, по отделке, по сантехнике. То есть коттеджи там, большие дома. Без чего стройки не бывает. Все правильно. Вот, классика жанра, это доширак. То есть почему доширак, да? Ну, как бы несложно догадаться. Цены на стройку упали. То есть 800 рублей платят там работягам, 1000 рублей, там, ну, полторы от силы, да? И, соответственно, чтобы что-то домой приносить, с учетом того, что у вас там бензин, и, ну, инструменты и прочее, то есть тут берется доширак. Ну, соответственно, конечно, на одном дошираке ты не проживешь, да, то есть выходит из положения каким образом, когда бюджет ограничен. То есть заваривают до полной, допустим, туда сосисочку, либо бутерброд там, с салом, либо немножко колбаски, и там чая с печеньками допили, ну и пойдет, да. То есть и экономно, и дешево и сердито. А я решил, скажем так, провести эксперимент и рассмотреть самый худший вариант. То есть, когда на дошик не хватает. Вот сейчас вот фразы такие распространены, там, заработал на дошик, не заработал на дошик. А мы представим, что мы на дошик не заработали. То есть, ну, такой вот этот доширак, допустим, стоит 40 рублей, да? Там по акции, может быть, 30 с чем-то можно взять. С желтым ценником. И представим, что у нас нету ни на дошик, ни на хлеб, вообще ни на что. Что там нужно принести домой? То есть вы уже приходите реально в режим выживания, да? У вас нету, ну, ничего. И платят там вам, ну, вообще гроши. То есть я хочу почувствовать, что такое, когда вот в режиме выживания на стройке люди работают. В общем, идея, когда, допустим, на дошик нету, да? И какие у тебя варианты? То есть у тебя есть там, допустим, квисти, доширак есть, который на 75 грамма, там, рублей 17 стоит. Либо там хлеба чуть-чуть докупить, ну, к этому же. А мы рассмотрим вариант самый вообще вот хардкорный, да, самый жесткач. Это когда вот вообще даже на это ничего нет денег, да? То есть, ну что, какой вариант? Это бичик, так называемый бич-пакет, он же бич-пак. Быстрые приготовления, всем знакомые. Это Ролтон, допустим, либо Александр Софи 60 грамм, ну, 15 рублей. Но мы дальше пойдем, мы возьмем вот. Самый дешманский бичик, какой вот только вообще есть. Это вот 6 рублей 50 копеек. Ну и вариант какой? Допустим, есть, насобирал вот эту мелочи, гроши, да, какими-то, купил бичик, да. Тут либо один бичик и хлеб, допустим. Первый вариант. А второй вариант я все-таки предполагаю как? Попробовать просто два бичика и вообще ничего больше. Ни хлеба, ни чая, ни печенюшек, ничего. И вот на вот этом я попробую проработать вот так на стройке, на холоде, на морозе целый день. Вот прям смену от звонка до звонка полноразмерную. То есть вот как почувствовать, что это такое вообще? Вот я с утра приезжаю, поработал до обеда, съел это, и какова будет вообще моя мотивация, ощущение, вообще смогу ли себя заставить пойти и куда-то еще работать. То есть это не просто дожить там до утра надо, а работать. А потом в следующий день может быть дошик, и посмотрю, какая разница вообще. В общем, будет выживание на стройке. Начало эксперимента будет завтра. Сегодня был халявный день. Так просто ставили будку и так далее. Вещи раскладывали. Вот. Ну и потом день-два, может быть, попробую просто дошик. Посмотрим, какая разница. И самое вот, мне главное вообще, как бы, каково это, да, и возможно ли вообще выживать. Реально работать вот, на бич-пакетах. Это именно выживание.